Buenas tardes, друзья, или добрый день. Меня зовут Кирилл Рыбасов, и это видео именно для тех, кто хотел бы пройти наш 5-дневный интенсивный тренинг еще раз бесплатно, без каких-либо ограничений, с доступом в обучающую систему, с доступами к обучающим урокам. И для тех, кто хотел бы те изменения, которые произошли на рынке автострахования после новых изменений, которые дал нам Центральный банк, то есть повышение базовой ставки, кто хотел бы увеличить свои продажи, используя эту ситуацию с максимальной выгодой. Итак, давайте немножечко подробнее. Ни для кого не секрет, что Центральный банк ввел два изменения. Первое – это изменение базовой ставки, она уменьшилась на 20%, увеличилась, то есть расширился коридор. Это первое. И второе – изменились коэффициенты возраст-стаж. Но если с коэффициентами возраст-стаж проблем особых никаких нет, только одна проблема, что усложнились расчеты. Если многие профессионалы могли рассчитывать стоимость страховки, используя калькулятор, то сейчас это стало сложнее, потому что коэффициентов стало очень много. Но самое интересное, самое важное, то, что не радикально, но очень существенно повлияло на рынок автострахования, это то, что, конечно же, изменились базовые коэффициенты. И это в конечном итоге, наконец-таки, привело к тому, что во многих регионах ситуация сложилась таким образом, что в разных страховых компаниях разные цены на разные категории автомобилей. То есть, например, в страховании компании Альфа категория Б будет дешевле, чем в компании Сагаз. А наоборот, категория D или C будет дешевле именно в Сагазе, а в Альфе будет дороже. И так далее, и так далее, и так далее. То есть цены начали отличаться, причем отличаться начали существенно. В некоторых случаях экономия может быть для клиента составлять 1500, а может быть и 2000, и 3000 рублей. И следовательно, сегодня очень важно находить для клиентов самое оптимальное, самое лучшее, самое дешевое решение. И тем самым делать этого клиента лояльным и вообще, ну, естественно, заключать сделку. Поэтому, конечно, надо в этом разобраться. Конечно, нужно понять, как заключить соглашение с такими страховыми компаниями, которые низкие тарифы, если они заключены, как получить максимальное комиссионное вознаграждение от этих страховых компаний, как это правильно клиенту продавать, как это правильно преподносить и так далее. Потому что понятно, что большинство сейчас вообще ничего не понимает, не разбирается, что, где, как, зачем и почему. И вот с такими глазами придут к агенту и все, соответственно, с этим все столкнутся. И, конечно же, нам надо знать стратегии, скрипты, методы, фишки, как это все продавать. Мы в нашей академии постоянно над этим работаем, постоянно в разных городах, в разных местах изучаем стратегии, смотрим, как изменилась цена, где, зачем и почему. И поэтому очень много интересного у меня есть информации для вас, поэтому приходите. Ну и второе, это то, что мы ежегодно проводим такого рода, даем такую рода возможность поучаствовать в нашем 5-дневном интенсивном тренинге еще раз. Поэтому не упускайте возможность. Времени, слава богу, в январе чуть больше, чем в других месяцах. То есть время для того, чтобы обучаться, январь самое лучшее. Поэтому приходите, приглашаю. Увидимся в самое ближайшее время. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Пока-пока.